собрались мы наконец силами и оторвались от диванов. Целую неделю у телевизора почти провели вечера, никуда не ходили гулять. Ну и погода на самом деле не позволяла, достаточно холодно. Сегодня выбрались вот погулять вдоль речки. Там собака лает на том берегу. В Ирландии такой неофициальный сухой январь объявлен. Все занялись своим здоровьем, никто не пьет, все ломанулись в тренажерные залы, в бассейны. Что творится там, это просто уму непостижимо. Столько народ начали бегать, не знаю, спортом заниматься, по парку гуляют. Вот. Ну и мы решили тоже начать. В такую погоду гулять только по лесу, потому что на открытом пространстве очень холодно, воздух влажный. Создается впечатление, что на улице не 2,5 градуса, а минус 3, минус 5. У нас канун Старого Нового Года. Не знаю, будем ли мы его отмечать. Будем мы отмечать, Снежан, Старый Новый Год? Не знаю. Не знаю, все уже устали. Меня сейчас много. Да. Ой. Ладно, идем гулять. Мы сейчас дойдем до гидроэлектростанции. Эта плотина образовала озеро Блессингтон, в результате которого была затоплена деревня целая. Самое интересное, что через эту плотину можно гулять. Хотя я так думаю, что по идее должны охранять, да? Это место такое. Представляете, что там? Ну, не пройди, не пройдешь, но закинуть ты что-нибудь в нее можешь? Да, это будет вандализм считаться, но тем не менее мы спокойно гуляем вот через эту гидроэлектростанцию. Вот мы идем мимо гидроэлектростанции. Уровень воды очень низкий, видимо, сброс недавно был, потому что и в реке уровень низкий. Сейчас дойдем до озер, посмотрим. Хая. Ой! Так надо на Пулафуку ехать тогда. Посмотрите, спустили воду, да, мы разговариваем о том, что церковь должно быть видно у затопленной деревни. Вполне возможно, что ее видно, но надо ехать специально туда. Видите, как близко мы находимся к гидроэлектростанции? Что гуглите? Что гуглите? Что все на телефонах смотрите? Это отражение воды. Ой, как красиво. Это Блессингтон, да? Да. Да. Мы с Дамиркой гуляли. Очень красиво. Я не видела этих фотографий. Mm. Вот это хорошая фотография. У тебя тоже такая есть, как картинка, помнишь? Да, похоже. Mm. Такой не на Блессингтоне, он такой был, как зеркало. Где мы ездили? Вдоль? Да, зеркальное отражение. Вдоль Италии мы ездили. Наша тропа идет через поля с баранами. Я ссылку на карту этого маршрута оставлю внизу в описании под видео. Хороший маршрут, легкий, с детьми можно погулять вдоль реки Лифи, по полям, вдоль озер, мимо резервуара. Петлевой маршрут, петлей. Что там Снежана увидела? Бараны. Бараны? А, бараны отбились. Видите, какие красавчики. Да не бойтесь, здесь колючая проволока. Я к вам все равно не смогу пробраться. Еще группа. Очень низкий уровень озера. Очень низкий. А вы знаете, где церковь в Пулафуке? А? Видели хоть раз? Купол. Никита видел. Их в школе возили на экскурсию в Пулафуку. Что там? А здесь ночью, похоже, ночевало стадо овец и баранов. Овец или баранов, не знаю, его на остатке шерсти, на кусте. Непонятно, что. Что-то над водой появилось, то ли причал старый, остатки. Непонятно. В общем, остатки каких-то построек затопленные. Так, давай, проходи, проходите, я с вами не смогу зайти, мы не разойдемся. Это для животных, чтобы животные не смогли пройти. И выходим мы на тропу фей, с домиками фей.
Правда, от этих домиков мало что осталось. У каждой феи есть свое имя. На домике оно написано. Денни. А, вон она, Снежан. Вон. Вон. Губки, зубки. Губки, зубки, глазки. Ой, аккуратно. Кто не понимает? Да. Дверка. Да, новые двери. С грибами. Фу, в горку все поднялись, запыхались. Тут барашки помеченные. Потому что гуляют. Там бараны, тут бараны, чтобы хозяева могли отличить своих от чужих. Мы, кстати, идем по будущему саду. Здесь слева и справа посажены фруктовые деревья. Они за последние годы как-то не очень выросли, эти деревья. Кирилл, вот это какое дерево, ты видишь? No. Я тоже не вижу. Видите, оно так защищено, чтобы не потерялось в кустах. Это у нас яблоко, яблоня. Система водоочистки. Мы отсюда мало что видим, к сожалению, но, по крайней мере, показано, как вода из озера поступает, что с ней происходит, как она попадает в дома. Зарулили мы на старое кладбище. Просто мимо проходили, решили зайти в калитку. Она была открыта. Покажу вам красивый кельтский крест. Могилам, кстати, тут датируются 1800 годом, началом. Ну, где видно, где не совсем мхом заросло или почистили. Вот красивый крест. Высокий. Я не думаю, что он представляет собой какую-то историческую ценность, но он достаточно старый. Это видно, и нет на нем никаких надписей. Скорее всего, все уже сравнялось ветром и дождем. Сравняли ветер с дождем. Это кладбище у действующей церкви. 1800 да. Была расширена. В 1820 году постройки церковь. И мы вот этих камней не видели, да? Ну, видите, так... могильные камни, которые представляют историческую ценность. Вот, кстати, крест, вполне возможно, что... Который я сейчас снимаю. Вот это он, наверное, похоже очень. Да, только здесь он чистый. Да, там он зарос. Вот такого креста я не видела. Это, в общем, надо повнимательнее это будет Нортон. Летом. Это Нортон Хай Кросс. Это Нортон Хай Кросс. Ага. Десятого столетия, десятого века. Да. Ладно, мы в следующий раз пойдем гулять и обязательно... Вот смотри, что еще у них есть на этом. Да, рыцари. Да. В общем, вот эта церковь. Мы потом повнимательнее как-нибудь до сюда доберемся. Дамир у нас впечатлился. Знал бы заранее, повесили бы они эту вывеску на входе на это кладбище. Мы бы там, наверное, часа на два застряли в поисках этих крестов с могильными. Не знаю, почему здесь. Ну, а там на дороге ее там ставить некуда. Может быть. Есть, есть. Там центральный вход. Есть центральный вход. В общем, вот. Немножко в историю можно здесь окунуться на этой тропе. Я уже закрыла в каком году. Сейчас скажу, спущусь. Старая шерстяная фабрика. Здесь же на реке, которая раньше давала работу всем, кто жил здесь, в Балимор-Юстасе. Сейчас скажу, какого года фабрика. А вот там, видишь, кусок выкуплен. Там, по-моему, варят не пиво, а что-то то ли виски, то ли что-то такое маленькое здесь. Это винокурня. Вон там здание белое. Да, там винокурня, Илья. Фабрика была построена на границе 18-19 века. Это тоже какое-то колесо, да? Тоже старое.
А здесь целая система водоотвода. Ой, как красиво. Мне кажется, они это восстановили или почистили. Раньше так видно не было. Ну что, загадывай желание. Да, это vision chair. Загадывай желание. Чего? Желание загадывайте. Нет, это просто сиденье. Да? Да. Для тех, кто устал. А ты устал? Да. Мостик через речку Лифи. Спокойная такая река сегодня. Что, в бутылочку играешь? Не встает? Я делал. Получалось? Да. И мы продолжаем гулять. Вышли на вторую часть маршрута, на другую сторону, в сторону моста. Отель для жуков. Yeah! Отель для жуков. Я, кстати, ни одного жука не видела в таких отелях. Я видел. Да их даже летом там нет. Большой такой, да, отель. Это же отель, они прилетают, прилетают. А, ну может, точно. Первые подснежники вылупились. Снежанка, вот здесь вообще распустились уже. Да, видела, ой, люстры поставлены были. Да, здорово. Я первый раз вижу в этом году подснежники. Ну, начало января. Начало января, канун старого Нового года. Да, повылезали подснежники у нас в Ирландии. Где-то один маленький был, вот тут смотрели. Подснежники только-только, конечно, вылупляются. Еще они мало где распустились, но зато нарциссы вот. И я знаю, что уже кое-где они желтенькие. Здесь вот еще только-только начинают. Но их много. Так, где? Не вижу. А где ты увидел, что 6 километров до Голливуда? Здесь вообще про Голливуд ничего не написано. А, вон. А у меня на верхней, у меня капюшон на голове, я из-за капюшона и не вижу. 6 километров до Голливуда. Мы решили, что поедем в кафе в Голливуд. Да, это паб. Нам паб не нужен, мы же хотим кофе. А что ты в пабе? Здесь не кормят. Так в этом пабе не кормят, это мокрый паб. В Голливуде кормят? Да. Здесь в Голливуде какое-то сборище лошадников. Смотрите, сколько тележек для лошадей. Мы не попали в кафе, в которое хотели. Сейчас идем там в паб, в котором кормят. Может быть, туда попадем. Не смотрите, что я в капюшоне. Это не дождь, это туман такой, что он такой моросит, как будто опускается. Я надеюсь, что здесь место будет. Неудачное мы время выбрали. Да? Тут кедр, вот эти два. Давайте здесь сядем. А мы здесь тогда взрослые сядем. Да? А дети там сядут. Да, все, садимся. Голливуд Инн называется. Паб. Смотри, какие старые балки на потолке. Снежан, видела потолок? Балка какая старая, да? Мы в этом баре первый раз не были ни разу. Это не курица, это жареный сыр бри с салатом. Мы сегодня со Снежаной решили вот попробовать. Я однажды ела в этом самом... Где эта церковь у нас находится наша? Как называется? Стратбали. Да. Мне так понравилось. Редко где встретишь бри жареный, да, не в каждом даже ресторане. Мне кажется, пережаренные они его слегка по виду, да? Так,
крылышки и лазанья овощная. И я сегодня решила, что без мяса. Почему ты без мяса? Мясо все время нет. Ага. Тут камин у них топится. У камина вообще хорошо сидеть, да? У камина хорошо сидеть. Все. Ой, как лошадьми пахнет. На улице-то выходишь. Слышишь? Фу. Ой, дождь пошел. А теперь точно дождь пошел. Ну, такой был. Мы уже приехали, нет, уже был такой. Все, мы до машины. Лошадь. Где лошадь? А, вот они, да, лошади. Мы уже погрузили. Ладно, все, спасибо за компанию. Да, нагулялись. Все, мы вовремя едем домой. Успели. Вовремя до дождя как раз нагулялись. Кирилл, смотри, лошадка стоит в попоне. Греется. Замерзла, бедненькая. Ты красавица. Но она вообще вон там была раньше. Да? Вот. Холодно лошадям сейчас, да? В такую погоду. Пойдем, Кирюш. Поехали домой. Thank you.